Всем привет, ребятки! Вы попали на мой канал, я вас рада видеть. Это распаковочка бумажных сюрпризиков, и к этому видео я сделала одну такую коллекцию для моей подписчицы. Для канала Бумажный Рай. Также передаю тебе еще раз большой приветик. Такие тут пакетики. Такой. Вот, 4 пакетика, как обычно. И тут нарисована девочка из Роблокс. И тут такой слаймик. Такие потеки. Еще, ребятки, в следующем видео будет очень бомбезнейшая открывашечка. Надеюсь, то, что она вам понравится, вы ее нигде еще не видели. И начинаем выбирать наши с вами пакетики. Сегодня мы с вами, к большому сожалению, заканчиваем коллекцию «Денежное мыло». Но у нас есть с вами коллекция «Денежные предметы» с прошлого видео. Так, дальше коллекция «Сладости по знакам зодиака». Давайте сегодня возьмем такой пакетик. Тут мороженка такое, так скажем. Коллекция маска. Сегодня мы с вами откроем такой пакетик с роботом. И сегодня я прочитаю вопросики для такого пакетика с гамбургером. Также, ребятки, обязательно пишите в комментариях, как вы думаете, кто же нам с вами попадется в гамбургере. И кто угадает, тому я сделаю сигну, а также передам приветик и полайкаю ваше видео. И такие тут пакетики. И обязательно потом голосуйте, против кого вы. Дальше коллекция начивки из пятерочки. И сегодня мы с вами давайте возьмем вот такой пакетик с курточкой. Наша с вами прошлая новиночка. С искусственным снегом. Хотя, мне кажется, или он начал таять. И сегодня возьмем такой пакетик, где перечеркнуто радужное мыло. Антистрессики. И наша с вами сегодняшняя новиночка для подписчицы. Я сегодня хочу взять, давайте возьмем такой пакетик. Где написано «Бумажный рай». Также тут еще на нежно-фиолетовом фоне. В клеточку. И столько на сегодня с вами пакетиков на распаковочке. А сейчас я хочу передать приветики моим любимым подписчикам. Пеппер Бум, привет. Полина Зубкова, привет. Девчонки и сестренки, привет. Я не знаю, у тебя тут опечатка в названии канала, либо же так и должно быть, то, что девчонки и сестренки, но все равно я тебе передаю большой приветик. И Венера Любовь, большой тебе приветик. Потому что этот канал угадал, кто прячется под нашей своей прошлой масочкой, где была Селина. И также пишите в комментариях, кто хочет от меня получить приветик. Ну, а мы начинаем распаковывать пакетики. Наша с вами коллекция «Денежное мыло». Пакетик. И нам тут с вами попадается такая денежка с Блум из Винкс. Где 3 доллара. Сейчас мы с вами приклеим. Под номером 2, конечно же. Такая коллекция у нас и с вами получается. Также декили коллекции вы можете писать в комментариях. Я обязательно сделаю эту коллекцию. И такая у нас с вами получилась коллекция «Денежное мыло». Мне очень сильно нравится вот эта вот страничка. И вот эта денежка с Микки Маусом. С Минни Маус. Дальше коллекция «Сладости по знакам зодиака». Открываем, и нам тут с вами попадается 2 сюрпризика. И это у нас с вами чупа-чупсик. Такой. Тут есть и ананасик, и кокосик, и также еще пломбир. Это О, а это Р. И такой сюрпризик. И у нас с вами этот сюрпризик рыбы, такая сладость. По знакам зодиака рыбы. И Овен у нас с вами это чупа-чупсик. И сейчас мы их с вами давайте приклеим. Мне интересно, они поместятся тут? Да. Все поместится. Чупа-чупсик.
Овен. И такой сюрпризик. Это у нас с вами рыба. Так, давайте приклеим. И такая у нас с вами очень даже прикольная коллекция получается. Мне она безумно нравится. Особенно вот этот вот сюрпризик. И этот. Так, дальше у нас с вами коллекция. Это шоу маска. И думаю, вначале мы с вами откроем такой пакетик с роботом, а потом уже я вам прочитаю вопросики для следующего пакетика. Тут у нас с вами был такой вопрос. Этот персонаж есть в фильме и в мультфильме. Открываем. И это у нас с вами такой, конечно же, мистер Бин. Сейчас мы его с вами приклеим. Также, ребятки, обязательно пишите в комментариях, кто будет под следующей масочкой гамбургером. Я думаю, вы все должны будете угадать. Итак, под номером 3, по-моему. Сейчас я еще раз посмотрю. А, нет, под номером 6. Это на этой у нас имя странички. Такой миленький мистер Бин. Я его нарисовала в мультяшном стиле. Кстати, напишите в комментариях, знаете ли вы вообще, кто это такой. Дальше у нас коллекция на ачивки. А, давайте я вам сейчас прочитаю вопросики. Берем нашу с вами масочку. Открываем. И тут у нас с вами 3 вопросика. Так, первый вопросик. У этого персонажа есть улитка. Второй вопросик. Живет под водой. Либо же на дне океана. Это уже очень большая подсказочка. И такая подсказочка. Дружит с морской звездой. Такие 3 подсказки, даже 4. Он еще связан с гамбургерами. Обязательно пишите в комментариях, кто же он. Этот персонаж. Но мы его с вами раскроем в следующем видео. Итак, наш с вами пакетик с курточкой. И нам тут с вами попадается такая большая начивка. И, конечно же, мы ее с вами не приклеим на рюкзак, а приклеим на следующую страничку. И вот так она выглядит. Тут нет номерков, поэтому давайте мы с вами этот сюрпризик приклеим, например, вот сюда. Такая коллекция у нас с вами получается. Дальше коллекция — это денежки. Денежные предметы. У нас с вами радуга в виде мыла. Так, открываем. И нам тут с вами попадается денежка. И опять персонаж из мультфильма Винкс. Только тут уже с вами муза и 5 долларов. Такая милашка. Под номером 1. На этой страничке. Итак, дальше тут коллекция для моей подписчицы будет. Для канала Бумажный рай. Итак, и нам тут с вами попадается такая коровка. Сейчас мы ее с вами приклеим. Она, кстати, из игры Adopt Me. Adopt Me находится в игре Roblox. Давайте ее приклеим. Так, тут будет аватарочка, название канала. И, например, сюда приклеим нашу с вами коровку. Такая коллекция у нас с вами получается для моей подписчицы. Ну, мое видео подошло к концу. Надеюсь, оно вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а также пишите комментарии, ведь чем больше комментариев, тем больше мои видео попадают в рекомендации. А для меня это самое главное, чтобы у нас было побольше. Я люблю каждого из вас, и чем больше нас будет, тем больше я, возможно, буду выпускать видео. Ну, а с вами была я, Арина. Всем пока-пока, до следующего видео. Не забывайте голосовать и писать в комментариях, кто под масочкой. Бай-бай!